Друзья, всем привет! С вами Кира Штафун, автор проекта Let's Raw, проект о здоровом питании, сыроедении и фрутарианстве. Сегодня мы говорим об окружении при переходе на сыроедение. Ваши родственники, друзья, близкие, родные могут быть абсолютно не рады, наверное, тому, что вы перешли на новый образ жизни, что у вас теперь новые правила и так далее. Здесь какая ситуация? Вам не нужно быть таким настойчивым сыроедом, который приходит в компанию и говорит о том, что вот сейчас уже совсем другие правила, все поменялось, я вам сейчас все объясню, и давай впаривать людям то, что они, может быть, и слышать, и не хотят. И, конечно же, у них уже сформировались свои привычки, свои правила, по которым они живут. Не будьте таким сыроедом, позвольте другим людям быть другими людьми, а себе быть собой. Это убережет вас от многих проблем. Второй момент. Я рекомендую разговаривать о сыроедении, о вашем переходе только с теми людьми, которые действительно интересуются этой темой, которые задают вопросы вам, которые готовы оказать вам поддержку, не знаю, рассказать о чем-то, поддержать вас в вашем переходе. Это будет рациональное использование ваших сил, вашей энергии, да, и опять же убережет вас от различных проблем. Друзья, я рекомендую вам переходить на сыроедение, делайте это вместе со мной. До новых встреч, с вами была Кира Штафун.